Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем упражнение для нашего мозга с колпачком, и упражнение будет сегодня следующее. Низко, ниже головы, перебрасываем из одной руки в другую колпачок 15 секунд. Затем высоко перебрасываем 15 секунд. Затем с тыльной стороны ладони, подбросив, делаем цифру 1 ладонью, потом 2, 3, 4, 5. То же самое левой рукой. Затем переходим к локтям. Мы подбрасываем, касаемся противоположного плеча и ловим. Затем подбрасываем, касаемся головы, ловим. Следующее упражнение. Подбросив, хлопаем 3 раза, ловим. Затем подбросив, делаем вращение и стараемся поймать этот колпачок. Следующее упражнение. С головы ловим, повторяем 5 раз. И, наконец, наши стопы. Ставим на стопу колпачок. Затем мы подбрасываем, хлопаем и ловим. То же самое другой ногой. Разнообразие упражнений очень много. Постарайтесь их поделать. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.